Рози и Алекс лучшие друзья. И в этом проблема. Он позвал меня на дискотеку. Он же придурок. Но очень красивый. Знаешь, иногда парню и девушке бывает сложно просто дружить. Грудь в натуральном виде или с пушапом? Для танцев или... или... Придурок. Алекс, ты где? Я уже ухожу. Нет, подожди, кое-что произошло. Мы можем поговорить позже. Нет, у нас здесь с Грегом, у нас с Грегом. Скажи четко и ясно, в чем дело? Презерватив. Во мне потерялся презерватив, и я понятия не имею, где он. Гораздо больше деталей, чем хотелось бы. У меня есть новости. И у меня. Обучение в Гарварде. Перестань, ты ведь тоже едешь, да? Что тебе ответили? Можешь покончить с собой. У меня есть таблетки. История о любви. Ты только не пропадай. И жизненных сложностях. Мы женимся! Поздравляю. Это ты сказала мне ехать. Без тебя ничего бы не было. Спасибо. Ты мой лучший друг. Каждый раз, когда у меня в жизни что-то идет не так, я просто смотрю на тебя и понимаю, что у меня все хорошо. Это была необычная дружба. Мы были неразлучны. Ну а теперь я поняла, что неважно, где ты или с кем ты, я буду всегда, по-настоящему, безгранично любить тебя. С любовью, Рози. Ты выглядишь слишком горячей. Кино с 6 ноября.